Иногда в подписи, в вопросах звучат комментарии о том, что слишком дорогая недвижимость в горячем ключе. Мне кажется, что, в общем, цены отражают действительность и популярность. Я сейчас объясню, почему. Конечно, бывают глюки, такие, как, допустим, как совсем недавно, покупка недвижимости рядом с водными водоемами, рядом с речками, со всякими озерами. Это было популярно, и люди переплачивали за это. Но потом произошли события, когда произошли серьезные подтопления, и люди сразу стали обращаться в администрацию с требованием, чтобы исправили эту ситуацию. Но все-таки, в общем, цены на недвижимость отражают действительность популярность. Факт номер первый. Удаленность от краевого центра или транспортная доступность до аэропорта, и в том числе и аэропорта, и вокзала, до электрички, до поездов. Это первый фактор, который влияет на цену недвижимость. Чем ближе к краевому центру, тем чем недвижимость будет дороже. Второй фактор – медицина. Ну пусть, допустим, в горячем ключе есть больница, но часть медицинских услуг можно получить только в Краснодаре, даже бесплатно. Это значит, что вы утром можете выехать в Краснодар, за полтора часа доехать и потом решить свои проблемы и вернуться. Если же вы живете в таких населенных пунктах, как Хадыженск, как Апшеронск, то за один световой день вам это бесполезно сделать. То есть вам нужно выехать в Краснодар, снять квартиру, решить свои проблемы на следующий день и потом только возвращаться. Это, прямо скажем, не называется лётики, а еще их называют куриная слепота. Следующий факт – это инфраструктура, это вода, электричество, газ. Ну, допустим, говорят, что в районе Анапы дешевле недвижимость, но, друзья мои, справьтесь о том, как снабжается водой Анапа летом и насколько полны бачки туалетные воды. Да, в горячем ключе тоже говорят, что вода плохая. Да, это так, у нас скважина, сэкономили, но по сравнению с побережьем проблему у нас совершенно нет. Следующий фактор – наличие учебных заведений. И в этом отношении горячий ключ тоже идет впереди некоторых населенных пунктов. Даже и учитывая то, что дети могут учиться в Краснодаре. Ну, сравните, человек живет в Приморско-Ахтарске и учится в Краснодаре или, допустим, в горячем ключе. До Приморско-Ахтарского доехать 2-3 часа, насколько я помню, а до горячего ключа раз за полтора часа. И автобусы ходят раз в час. Конечно, вы детей своих будете видеть гораздо чаще, если они будут учиться в Краснодаре. Следующий пункт. Это наличие работы. Да, можно сказать, я уже пенсионер, мне работа не нужна, но работа нужна вашим детям. И вам нужно, возможно, изредка, чтобы за вами приглядывали или ухаживали. А что ребенок будет делать, или ваш сын, или дочь в деревне, прямо скажем? Они будут скучать и через месяц, через полтора убегут от вас, несмотря на то, что у вас какая-то болезнь или за вами нужен уход. Кстати, эта картинка саратовской. Сейчас жду одного человека, и мне нужно просто-напросто пока не убить время, а занять время. Чем? Да, кстати, один из секретов. Когда в Саратовской выбираете участок, то тогда смотрите на отводные каналы, потому что есть участки, которые продаются, и там как раз вот эти вот лужи стоят прямо посреди участка. Поэтому покупать лучший участок в Саратовской, по крайней мере, когда идут дожди. Так что же мы имеем в сухом остатке? Да то, что горячий ключ – это довольно-таки привлекательное место для покупки недвижимости. И ах да, я забыл еще один пункт по привлекательности городов. Это места отдыха. То есть как вы можете выйти из своего дома и прогуляться. Ну, допустим, живете вы в Динской. Да, это замечательное место, но вот только вокруг вас одни сплошные поля. Где вы будете гулять? Как вы будете? Вам через день, через два, через три надоест все это дело, и вы захотите. Так, забыл еще один пункт. Это разные катаклизмы, такие как ветра,
допустим, на побережье, в районе Анапы, ветра очень сильные. Зимой на побережье ветра дуют беспрерывно. Да, в горячем ключе они тоже дуют. Ну, например, последнюю неделю хорошо дули. Сейчас я как бы нашелся день, чтобы не шумело в микрофоне. Поэтому я снимаю. Но по сравнению с горячим ключом, горячим ключом, там сплошные ураганы. Сплошные ураганы. Да, еще одна вещь. Это наличие пробок. То есть вы, допустим, живете в курортном городе или на побережье. Пробраться туда, в этот свой побережье или свой дом, летом будет невозможно. Вы будете добираться часами, потому что будет толпы людей, которые хотят уехать, приехать на побережье и уехать на побережье. Так, еще один пункт забыл. Канализация. По сравнению с побережьем, горячий ключ просто находится в райском месте, потому что на побережье вся вот эта канализация идет вниз и на море. Я готов, сейчас иду. В районе санатория предгорья Кавказа зацвело тюльпановое дерево. Нет, это не магнолия, это тюльпановое дерево. Кто хочет сделать красивую фотографию, идите к предгорью. Вот, смотрите, вот как раз здесь это дерево находится. Тюльпановое дерево.